Кто так ездит? Ну кто так ездит? Ну зачем так гнать? Ну куда ты гонишь? Можешь медленнее. Прекрасно знаю, что нам сейчас перестраиваться надо. Перестраивайся уже, ну. Правее. Ну правее бери, что ты едешь, ну. Отлично. Прекрасная поездка. Ой. Ну куда ты гонишь? Ну что ты гонишь? Правее бери, ну. Ну правее перестраивайся. Ну не гони. Несется. Не гони, перестраивайся. Ну перестраивайся, говорю. Правее. Правее бери. Лобанов, ты что, охренел, что ли? Это что за хрень ты такая? Пятилистик. Я из тебя сейчас шестилистик сделаю. Это ты вот это вот два часа делал, да? Это посмотри, Сергей Иванович уже стену заканчивает. Еще раз такое повторится, вылетишь из бригады, как вылетишь. Стекло. Искусственное дыхание, рот в рот, 1000 рублей, постоянным клиентам скидки, соблюдаем очередь, деньги потом. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем мы можем вам помочь? Вы знаете, мне надо выщипать брови. Это, наверное, больно? Ну, неприятно, конечно. Но результат того стоит. А, потом это воском удалить волосы с грудей. И на ногах сделать эту, как ее... Эпиляцию. О, о! Сколько это будет стоить? 2700. 2700, хорошо. Хорошо, меня устраивает. Мужики, давай его сюда! Ну что, сейчас ты у меня все скажешь. И про бабки, и про акции, и все. Вот клиент, можно приступать. Ой, как хорошо. Какие у тебя сильные руки. Все. Все, ваше время закончилось. Да. Пожалуйста. Подходим, не стесняемся. Натереть спинку 1000 рублей, натереть ножки 500 рублей. Постоянным клиентам скидка. Пожалуйста. Как хорошо. У тебя такие сильные руки. Кто последний? Я. Я всегда и везде последний. Я лузер. Я ничтожество. Нет, нет, нет. Это я последний. Знаете, я все время думаю, что я первый. Но это иллюзия. Я последний. А я, ты последний, я серобышка поганая.
ну-ка быстро отошли от машины, милиция! А ну-ка быстро отошли от машины, милиция! А ну-ка быстро отошли от машины, милиция! А ну-ка бы... Светонька, доченька, ты у меня школу в этом году заканчиваешь, да? Угу. Скажи, дорогая, а ты уже думала, где ты продолжишь свое обучение? Мам, я в Москву поеду учиться. Что? В Москву? Да ты что, с ума что ли сошла? Да ни за что! Знаю эти московские истории, чем они заканчиваются. Угу. Приедешь в Москву, не дай бог в институт не поступишь. Домой возвращаться, конечно, ты не захочешь. Ну и будешь перебиваться с хлеба на воду. Потом, естественно, пойдешь на панель. И пройдешь там все эти круги ада, что-то! Пока не встретишь богатого папика, который в тебя влюбится, женится на тебе, подарит тебе виллу на Канарах. Кабриолет, может быть, ты и меня туда перетянешь? Доченька, я пойду чемодан собирать. Тебе будет еще положить? Что надо? А вы шампанское в номер заказывали? Да. Спасибо. Смешной старичок. О. Владимир Ильич. О. Хорошая фотография. Так. Берия, Лаврентий Павлович, добавить друзья. Так, о, Троцкий. А, удалить из друзей. Друзья моих друзей. Так. Минка, ты же с ума сошла? Ты опять замуж собралась, что ли? Да нет. Это я просто все постирала. Это так, накинула во двор выйти. Ну да, смотри. Видала, Степанида? О, уже и к нам в Синявку интернет провели. Теперь мы тоже ядрен батон. Цивилизация! Оп! Слухаю. Клавдия! Значит, это, соедини меня с Рамблером, с Яндексом, эй, чего там уже, и Гугл давай! Соединяю. Только осторожно! Ага. Здравствуйте. Добрый день.
что бы хотели? 10 дней я был в походе. Через час должен быть дома. Успеем? Угу. Значит так. Грязь под ногтями. Так. Наращиваю растительность на лице, на голове. 20 минут солярия. Грязевая маска, не смывая. Ну и одеколон, запах костра. Думаете, поможет? А как же? Не первый раз замужем. Тогда поехали. И поэтому мне очень интересно, как у вас идет работа. Ну, мы это, значит, штукатурку мы всю сделали, шпатлевку и покраску частично начали. Осталась лакировка, облицовка плиткой. Господи! Ну сколько можно вам повторять? Мы говорим с вами на разных языках. Я не понимаю вас. Теперь, пожалуйста, все то же самое, только нормальным, человеческим языком. Извините. Ну, это, короче, чистку мы сделали. Подтяжку всю закончили. И частично начали милирование. Отлично. А на балконе вы закончили милирование? Я сейчас уточню. Михалыч! Ты милирование закончил? Чего? Ты лоджию помилил чего? Ага, куда там? Это еще часов через 5 только начну. Вот он говорит, еще 2 минуты, и милирование будет закончено. Отлично. Вот. Девушка. Да. Не поможешь мне расшифровать то, что доктор написал? Конечно. Через 5 минут будет готово. Доченька, Уленька, ты зачем маму закопала? Ульяна, ну-ка давай откапывай быстро. Ты зачем панамку сняла? Ульяна, куда пошла? Я запрещаю купаться, Ульяна. А ну-ка вернись и панамку надень, сейчас же голову напечет. Ульяна, куда пошла? Вернись сейчас же. О, Господи, ты, Боже мой, помогите же хоть кто-нибудь-то. Значит, забыли. Не, не, ну. Прости, дружище. О! Отпер другое дело! За здоровье, лады! Горько! 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 Горько!
сделали то, что я просил? Да, вот. Извини, милый, мне было очень хорошо с тобой все эти 2 месяца. Прости, но по твоей просьбе я ухожу. И, вероятнее всего, никогда тебя не увижу. Будь счастлив, всегда твоя Мария. Мария, это, конечно, все очень мило, но заявление об уходе пишется несколько в иной форме. Привет, любитель. Удочка профессиональная, США, 5000. Катушка против зацепов. Швеция, 10000. Куртка голландская, 15000. Плеска шведская, 2000. Ну, учись, любитель. Рыбнадзор. Рыбалка запрещена. Штраф 20000. Возьми меня, Ваня, к себе домой. Буду верной тебе женой. Ладно. Возьму. Mr. Ivanov, before I sign the contract, I want to know exactly the terms of delivery. CIP or CIF? Перед подписанием контракта мистер Смит хотел бы уточнить условия поставки. CIP или CIF? Ну, короче, прежде чем дать по 5, этот баклан интересуется, кто ответку будет держать за поставку, мы или он. Да, по поводу доставки пусть даже и не парится. За товар зуб даю. Господин Иванов предлагает осуществить поставку на условиях CIP. Mr. Ivanov suggests to carry out delivery to condition CIP. Yes, yes. Thank you. Thank you, Mr. Ivanov. Спасибо. Добро был. Ништяк. Вот это базарить. Она говорит, она не найдем, а то какая. Взаимопонимание. О, о, о. Thank you. Thank you. И тебе не хворать. Марион, здравствуйте. Здрасте. Ира дома? Нет, Иры нету. Наконец-то.
мать. Андрюша! Андрей! Ах, Мария Ивановна! Добрый день. Здравствуйте. Вы в этом доме живете? Да уж как лет 40 в этом доме. А не подскажете, Лямочкин Дмитрий Юльевич в какой квартире живет? Димка, что ли? Подскажем. 45-й. На 7-м этаже. Ага. Спасибо. Дмитрий Юльевич, прибыли домой. Прошу. Отлично. Хорошо. О, здорово, невесты. Нам еще на 7-й этаж подниматься. Спокойно. Приготовьтесь. Угу. Сейчас будет немного громко. Вы хотели сказать немного больно? Нет, больше громко, чем больно. Простите, можно я попробую? Попробую. О! Ну? Ну? Идите. Идите.